В преддверии 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне телеканал «Север» запускает проект, посвященный этой знаменательной дате. Мы будем рассказывать о наших земляках, которые спасали родину на полях сражений, о тех, кто принял на себя основной удар немецко-фашистских полчищ, о тех, кто своим трудом ковал ключи от Великой Победы в тылу. Почетный гражданин города, ветеран труда Сергей Тельтевский, хотя и был еще совсем пацаном в 41-м, но отлично помнит тот день, когда впервые было объявлено, что враг нарушил границы СССР. Внимание! Говорит Москва! Я помню выступление Молотова. Там, видимо, пропаганда была исключительно. В каждой комнате висел репродуктор. Знаете, тарелки черные такие, да? И у нас тоже был такой репродуктор. Я как раз был дома и слышал выступление Молотова по радио. Граждане и гражданки Советского Союза! Советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. И в тот же день на призывные пункты пришли тысячи призывников и добровольцев. Страна в один миг перешла из одной реальности в другую, где уже нет места ничему постороннему, кроме одного на всех – пламенного желания победить. В 42-м году, приписав себе год, ушел добровольцем на фронт и Василий Самойлов. Окончив курсы минометчиков, почти сразу попал на передовую, где в походных условиях получил навыки артиллериста. В его памяти до сих пор живут эпизоды войны, когда приходилось сталкиваться с врагом лицом к лицу. Надо все поднять пушки. Я, значит, расчет один не сможет. На лошадях все не заедешь. Увез их сразу. Поэтому оба расчета взял. Я говорю, давайте, давайте. Выкатил пушку, оставил, значит, заряжающего, оставил подносчика снарядов, сам сел за наводчика. Вот. А остальных все, я говорю, вторую пушку сюда выкатите. И мне удалось каких-то за 5 минут подбить 2 фердинанда. Ветерану труда и войны Ангелине Тарасовой, хотя и не пришлось воевать в прямом смысле этого слова, тем не менее, всю тяжесть тыловой жизни, тяжелого труда и голода, бессонных ночей под зажигательными бомбами ей довелось изведать в полной мере в Архангельске. Мы вот на домах ходили, дежурили, на складах дежурили. Упадет зажигалка, в рукавице хватаем сразу или в песок, или в воду. Они же небольшие были. Если на крышу упадет, кидали вниз и это самое. А там уже внизу другие стояли. На одном дому ребят там много было все равно. Теперь нередко можно услышать, что молодежь стала забывать о тех трагических годах в судьбе страны, но это совсем не так. Многие молодые люди помнят свою историю и идут служить туда, где служили их геройские земляки и родные, где иногда и теперь еще так ощутимо слышно эхо войны. Леонтий Чупров служил на легендарном полуострове Рыбачий, и в эти годы он навсегда получил закалку настоящего патриота. То есть я выхожу, я понимаю, что я на съемках какого-то фильма о Великой Отечественной войне. Километры колючей проволоки, на земле валяются горы гильз и снарядов. Ящики из-под минометов, красивейшее внизу озеро, на дне которого лежат пушки. Кругом каски немецкие. Ну, они ржавые, поломанные, как бы вот волосы дыбом. И ребята достают из хунка там чайник, как бы это все-все. И начинают объяснять, что еду я на полуостров Рыбачий, что это перевал средний между материком и вот весь. И вот тут была война. Вот когда подходишь к памятнику погибших и начинаешь читать, и понимая, что тут половина Ненецкого округа, вот тогда еще в те годы я начал интересоваться этой историей, как бы понимая, что здесь очень много наших. Олег Танзийский, Андрей Чуклин, телеканал «Север».